О, это баба, это повариха? Баба, да. Это... А я ж не стрелял, это они виноваты. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Магический Чай, Зубр, Делайт, Радекс, Гусь Санек, Пика, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Здорово, Дима. Привет. Вышел новый пак на NPC, Hello Neighbor 2 бета. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор, веселиться и угорать. Погнали. Первый у нас Alien Kid. Кто знает про этих персонажей, можете рассказывать. Мы не все, не знаю. Я не знаю, я не играю. Ой. Что это? Ой. Стоп, еще раз, что это было, я так и не понял. А ну не трогаем ее. Она сама по себе взрывается или что? Нет, я ее трону, она умерла. Я думаю, она так же, как и все бессмертные, ладно. А, они, наверное, с каким-то прикол. Она прям быстро, она быстро умирает. Не очень мало. Она у нее мало хп, мало хп. Хорошо, Беатрикс. Ой, обстоятельства. Прикольно, она да? Напоминает. О, так я же могу вселяться в них. Во, я вселился. Маус 2. Ой, что это было? Ой, что это? Это еще один детектив из Hello Neighbor. О, ты подсвечиваешься. О, я могу от первого лица играть. Блин, да это крутой мод. Это самое лучшее, наверное, что... Дима, Маус 2. Тебя через стенки видно, когда ты эту фигню включаешь. Да, кстати. Да, подрубили. Да? Мы да, читы через стенки. Да, да, да. Мы читы подрубили. Маус 2, свитч. У тебя сколько хп? Е. А я выселился. Так, так еще раз. Процесс. Думай, а в ней сколько хп? О, это что другое я взял? Это ключик. Ключик какой-то. Давайте бить Диму будем. Вот, я включил эту штуку, теперь это NPC обычно. Что нам будет делать? Она давайте... Оно все подамажит, оно пострелять по ней. Телепортировалось, да ладно. Хорошо, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы поставим всех NPC и будем против них воевать. Фейк Нейбор. Ой, это бум, съел. Бум, съел. А ну стреляйте по нему, давайте посмотрим, можно мы его вынести или нет. Жизнь тратить. А, бесконечный, бесконечный жизнь, он бессмертный. Он до меня доколупался. Блин, у него глаз нету. О, у меня руки появились. Блин, прикольный мод. О, стойте. Давайте мы сделаем так, смотрите. Игнорировать игроков. Мы его сейчас, короче, поставим. Только не стреляйте по нему. Я в него вселюсь. Давай. Давай. Да не стреляйте. Так, что я могу? Убивать. Ой, могу. Ты твоих убил. Да ладно. У меня руки попали. Хорошо. Следующий. Так. Гист Кит. Я сейчас вселюсь в него. О, ворона. Ворона. А что это ворона делает? Блин, прикольно, детализирована прям анимация. Я ничего не могу. Ты руки сделала? А я не могу ничего убивать из-за него, да? Она с первого раза умирает. Хорошо. Да. Имбир. Имбир. О, килиться. Килиться. О, ну иди сюда, килиться. Используется. Сейчас на шашлык пожарим. Ой, я могу убить, походу. А ну стой. Давайте шаурма. Ой. Зачем вы убили? Хорошо. Хотя ладно, ничего страшного. На шашлык. Лесли. Только давайте я вселюсь. Стойте, вселюсь. Опа. Он, походу, стой. Может стрелять. А ну стойте, могу? Нет. Дима, ты почему он бьет воздух? А он двух ударов. Я могу убивать, что ли? Да, У тебя такое ощущение, защитное поле. Бессмертный какой-то. Не, он бессмертный, реально, он бессмертный. Сейчас только хп, Дима. А там не показывается. А ну если я выселюсь, сколько он будет нас дамажить, реально интересно. А ну. Ну-ка. Стреляй. Он стреляет по мне. О! Бум, анимация, музычка заиграла. Тебя еще раз. Мужик, да прекращай, дружить, ну. Легче, легче. Он съедает. Это, короче, как-то очень прикольный коп, да? Его. Прикольный персонаж очень. Так, давайте игнорировать игроков. Удаляем. Ой, сорян. Man in the head. Говори, что?
Мне кажется, вот эти все NPC-шки, за них можно управлять, но они с какой-то своей механикой отдельной. Да, наверное, надо как-то изучать их. Но очень прикольно, да, NPC? Да. Мод вообще супер. Так, подожди, а чего он исчез? Давайте еще раз поставлю. Вот я его видел худ. Он пропадает куда-то. Хорошо, этот телепиздрик очень странный. Нейбор просто. Ну это неудивительно. Он не тот. А что у него, кстати, рос? Сейчас я у него в силу, подождите. Отойдите. Так, тут так, мужик, мужик. А, он бессмертный, это же понятно. О, я могу прыгать, я могу высоко прыгать, да? Ты? О, спринт мода. Ого, скорость. Это медленно, это быстро. Получится у него с этого. А ну давайте задамажу кого-то. Ой-ой-ой, извиняюсь. Прекращайте, ребята. Лучше отойдите, я дурак, что ли? Ого, я прям хватаю. Иди сюда. Да. Надо добавить этот мод, будет, наверное, в коллекцию. Очень крутой. Шо? Очень злой сосед. Я, кстати, вот понял. Мужики, прекращайте. Вы поломаете. Дима, я, короче, понял то, что эти, ну, NPC-шки не убивают. Они, короче, крадут твой лут и отправляют тебя на спаун. Если, нислен какой-то. Только не стреляйте, не стреляйте по нему. А он бессмертный, забей, Дима. Он бессмертный. А где у него глаза? Реально глаз нет, он закрыл. А вон он, сверху шапки. У меня опять руки украли. Прикольно, да? Я бегу. А я бегу на работу в пиццерию. Ты как будто маршируешь, Дим. Так, давайте включим его. Агрессию. Все, мы стреляем. Музычка такая сладучая, прикольно играет. Ого, у меня руки появились. Давай, мочи. Ладно, вы его не убьете, он бессмертный. Дима. Некоторые смертные, некоторые нет. Да, после него... Пумкин Кит. Фонарик работает даже. Не человек, короче. Классно сделанный. Ну, грустно, а мама, короче, говорила, не ешь эти семечки. Грибы. О, все, он злой стал. А что он злой такой? Он легко убивается. А, он спинка убивает. Понял. Которые маленькие, они, походу, убиваются легче, чем взрослые. Квентин, пацаны. Квентин? О! О, это главный герой из Hello Neighbor 2. Очень его. Ай, больно! Это один из двух. Friendly fire. Его так не убить, да, пацаны? Нет, он легко убивается. А где? Так, а скипер. Эта собака будет нас жрать. Ой. А ну побейте ее, будет кусать? Все, начала есть всех. Эй, собака, отвали. Можно с этой собакой выживание снять. Прикольно будет, да, пацаны? Да. Запись идет сейчас или нет? Конечно. Димка. Таксидермист. Ух ты. Злой дед. Это жесть. Он тоже бессмертный. Это дед бессмертный. Да хорош держать, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, дед, отвали. Псих Димас. Какой-то. Да, говори. Это тот самый дед, у которого ты воруешь яблоки. Да, как ты узнал? Это что вы добавили? The Baker. О, это баба. Да. Это повариха? Баба, да. Это я ж не стрелял, это они виноваты. Он тоже бессмертный. Это повариха. Она, это она. Ты чё, мужика не можешь отличить? Дим, чем-то это повариха. Нет, я мои булочки. Это повариха чем-то на Сережу похоже. Тогда. А чё на Сереже? Серега, если будешь... Хорошо. Он такой же качок. Зе майор. Это она. Ай. Ого, он злой. Негр. Да блин, хотел кулаками его. Блин, неадекватный. Хорошо, давайте Эйди. Дальше. Вандал. Надо будет. А что он делает, стойте? Что за мужик? Ого, он дамажит. Гоп, это да, все, гопник пошел. Ну, легко убивается тоже. Дима. Да. Надо будет потом с ними выживание со всеми снять. А сейчас будет нападает. В конце ролика, все это будет. Визитор. Дима. Ой, это ворона. Ворона это большая. Ворона это.
Ой, жесть. Да мне что, он бросил? Нифига себе, он псих. Он псих. На. Я тебя покормить хочу. Стой, ворон. А где он? Он невидимый стал. Он невидимый стал. Выслеживайте его. Я по жизни видел. Все, я пацаны, вижу, последнее выживание. Вы готовы? Да. Всех ставишь? Я скажу, когда их можно мочить. Да, ставлю всех, но не активирую. Скажу, когда активирую. Прощайте, пацаны. Пошла Месилова. Эй, откуда ты взялся? Толпа гопников. Они бессмертные, пацаны. То, что вы будете стрелять, это вам ничего не даст. Ничего, некоторые... Толпа бессмертная. А, кстати, некоторые умирают. Некоторые нет. Дима, давай. Ядерную бомбу запомнил? Не-не-не, еще рано. Ты должен поумирать, помучаться, пострадать. Хорошо. Тут за главным героем идет... Мне сейчас убьют. О! А ты задрал, пристал ко мне. Убили или что мы сделали? Это у вороны... Меня поймали. Меня дед поймал. А, у них разные стадии, что ли? Разные стадии есть? Да, пацаны, убейте меня, что он соседа били, он маску снял, он без лица. Да. Офигеть, точно. Их лицо постоянно меняется, Дим. Представляете? Что он натворил? Да, Радекс, ты самый умный человек. Ай-яй-яй. Так, они сейчас должны попадать. А, откуда ты взялся? Откуда ты взялся? Дима, их, скорее всего, убить можно, потому что у них разные стадии. Да-да-да, значит, они смертные, просто стадии разные. Блин, ну это Лучу круто. Бомбу. Давай, 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 попробуем все-таки их убить. И все-таки тот, который с пушкой, он стреляет. Он меня да, стреляет. Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, так, ну вот обычно сосед так. Не убивается. Не убивается? Обычно только да. Лицо. Даже фейк сосед. Фейк сосед тоже. Так, скидываю маленькие бомбочки, проверим. Может, все-таки их убьет? Возможно. Есть бомба, которая специально именно для этого сделана. Меня Серега... Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, надо тулган взять. Они даже оружие очистили у нас. Так, заходим. Ой, а, меня поймал дед. Я только появляюсь, меня сразу поймал. Меня тоже убивают. Тебя подожди, сейчас все будет, ребята. Он возрождается, я его убиваю, он возрождается. Он прыгает. Не, это все, это капец, Дима. Сейчас все будет, не сыте, не сыте. Дима, тут приходится в момент прям... Стой, не ссы. Ну что, пацаны, полетели бомбы, которые их должны убить. Давай. А бомбы небольшие, бомбы маленькие, не ссыте. 3, 2, 1, прощайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Они не сдохли, они не умерли. Не умерли? Да что, не умерли? Да, там дед, там привет сосед, он выжил, он за мной сейчас бежит. Он за магическим чаем бежит. Вот меня только что. Сейчас это, привет, сосед убил. Еще летят. Они не умирают. Не умирают, это они жесть. Они умирают, реально. У них просто разные Дима. Стадии, скорее всего. Дима, это что за бомбы? Ты нас обманул. Да должно было их убить. Ну да. Дима, бери бомбы. У них просто стадии же. У них вообще не меняется. Прощайте. Ой, по башке бомба дала. Вороны? Это мясо. 3, 2, 1, мега взрывы. Даже я умер, хотя был очень высоко. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения. Быстро мои ролики. Еще. Полетела ракета, только нифига не видно. Ой, опять умер.